И немного о спорте. На перерыв в хорошем настроении уйти не удалось. «Локомотив» уступил «Адмиралу» в домашнем матче чемпионата КХЛ. Счет в первой 20 минутке открыли железнодорожники. Свою дебютную шайбу в сезоне забросил Александр Полунин. Гости ответили двумя голами подряд. Один из них «Адмирал» провел в большинстве. «Локомотив» быстро сравнял счет. Шайбу записали на Михаила Сидорова. Это был последний голевой успех волжан в матче. Через 5 минут «Адмирал» вышел вперед. Самый верный шанс, чтобы сравнять счет, «Локомотив» упустил в большинстве в третьем периоде. После гости в четвертый раз пробили Илью Коновалова. А за две с половиной минуты до конца «Адмирал» забросил еще одну шайбу. На этот раз в пустые ворота. 2-5. «Локомотив» уходит на перерыв на 8-м месте в конференции. Следующий матч команда «Пелина» проведет во вторник, 12 ноября, в арене 2000. «Локомотив» примет «Сибирь». Приятно слышать от тренера соперников, что мы играли сегодня хорошо. Считаю, что мы старались. Но наша игра была далеко от идеальной. Мы сыграли недостаточно хорошо, чтобы победить.